Программу рефинансирования ипотечных займов продлили до конца года. Ранее говорилось о сроке до 15 июля. А клиенты ликвидируемых банка Астаны и Казахбанка и вовсе могут рассчитывать на отсрочку вплоть до 31 декабря 2020. Кроме того, в Нацбанке сообщили промежуточные итоги программы. На 1 июня одобрено свыше 26 тысяч заявок, уже рефинансировано чуть больше 25 тысяч. Таким образом, заемщикам простили задолженность по вознаграждению, комиссиям и неустойке, а это 51 миллиард тенге.